Доброго времени суток, друзья! Сегодня мы вернемся к канону причины и следствия сохранения энергии на примере жизни. Очень часто от людей, далеких от понимания пространства, или, как они себя называют, атеистов, звучит один вопрос. Задавая его, они считают, что ответа на него нет, а значит, высшего разума тоже нет. И поэтому они правы в своем неверии Богу. Кстати, отвечая на этот вопрос по долгу службы, священники тоже говорят что-то невнятное и совершенно не убеждающее оппонента. Итак, вопрос звучит так. Если есть Бог, то почему болеют и умирают дети, которые в своей жизни еще не успели нагрешить? Почему Бог не защищает этих детей? В начале нашей беседы я сказал о том, что канон причины и следствия будем рассматривать на примере из жизни. А пример такой. Я родился и всю жизнь прожил в Риге, столице Латвии. Это была часть Союза, потом стала независимой маленькой страной. Так вот, в Риге стоял самый большой памятник освободителям от фашистов в Прибалтике. Каждый год, 9 мая, туда приходило около 200 тысяч человек. Для такой страны, как Латвия, это очень большой показатель. Монумент простоял 37 лет, с 1985 до 2022 года. В 2022 году памятник снесли. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. За 37 лет существования этого монумента мыслями людей, которые приходили, отдавали дань памяти погибшим и чтили живых героев, была создана энергетическая сущность или эгрегор, мощный светлый эгрегор, части которого можно было даже увидеть на фотографиях. Когда сносили памятник, люди плакали, а твари радовались. Это была их победа. Но канон сохранения энергии никто не отменял. Энергия не может пропасть просто так. Вот после таких поступков у людей, которые принимали решение, осуществляли это злодеяние, охраняли и даже не пускали к месту, где стоял монумент, будут проблемы со здоровьем. У них будут рождаться больные дети, вплоть до 10-го колена. Но это было их решение, за которое теперь придется расплачиваться не только им самим, но и всему их роду. Вполне возможно, что и рода у них больше не будет. Их никто по дулам автомата не гнал. Право свободной воли никто не нарушал. Это было их добровольное желание и добровольное действие. Но давайте зададимся вопросом. Что могут сделать представители рода этих людей? Да и сам человек, совершивший поступок для своего спасения. Мы все равны перед Богом, и этот постулат никто отменить не может. Цель, с которой Творец нас создал, – духовное совершенствование. Если поступок, который совершили эти люди, будут являться триггером для запуска этого процесса, то человек или его род может быть прощен. Вполне возможно, что воплощение прервется. Но седьмая заповедь гласит: «Мы вечны, как и вечна Вселенная». А последствия перехода или смерти, как его принято называть, могут быть совершенно разные. Итак, спасение рода может прийти только через покаяние. Истинное покаяние возможно только при истинной вере. А истинная вера основана только на истинных знаниях. А истинные знания даются только в откровениях. Но представляете, как далеки люди, которые совершают подобные поступки, от истинной веры? Вы представляете, что может сделать один необдуманный поступок? Но тут не мне решать, я не судья. Я могу только сказать, основываясь на знаниях, которые нам дал Создатель, и сделать предположение о мере наказания. Но что наказание последует, ну это точно. Теперь, я надеюсь, прозвучал ответ на вопрос, почему болеют дети. Незнание канонов не освобождает от ответственности. Ну, все. На сегодня это все. Пока.